Так, 12 июля 2020 год, Харьков. Что ж за колебания? 5.31 по Киеву. На штативе фотоаппарат, увеличение 125 крат. Оптическое, 4 цифровое. В общем-то, все съемки для того, чтобы возможности оптики продемонстрировать. Nikon Coolpix P1000. Да, еще один из часто задаваемых вопросов, помимо того, что нет, это не телескоп, это фотоаппарат, просто с наиболее мощным на данный момент зумом из имеющихся фотоаппаратов в продаже. Вопрос, сколько он стоит. Я его покупал в марте месяце за 25, по-моему, тысяч гривен, то ли с чем-то, то ли без чего-то. Я не только его тогда покупал, поэтому как бы немножко, ну, около $1000 США, грубо говоря. Может, чуть больше, может, чуть меньше, не помню. Штатив был у меня, штатив до этого с другим Sony фотоаппаратом 50-кратным. Арсенал, он у меня сломался аккурат перед приобретением этого Никона, и я крайне благодарен продавцу магазина, который мало того, что уже начался карантин, натурально вынес меня на площадь поэзии штатив, два штатива. Так мало того, он еще и натурально убедил меня, заставил купить более дорогой штатив, не Арсенал, а Велбан, который, конечно, на порядок лучше, дороже в два раза, а лучше на порядок управления. То есть при таких кратностях малейшее движение — это дикое дрожание, что вы сейчас и наблюдаете. И то, что у этого фотоаппарата, так называемого фотоаппарата, штатива, так называемая масляная головка, очень сильно помогает. То есть качество съемки, конечно, дрожание не исчезает полностью, но уж точно меньше, чем в Арсенале. Там было рваные такие движения, дискретные, скачкообразные. Здесь все-таки поплавнее идет. Ну что, вот это утро, вот это потоки воздуха, это понятно, в парке Горького. Колесо обозрения, кстати, надо сходить. Этим фотоаппаратом я еще, я снимал Nikon Coolpix P900. На колесе обозрения. Ну, этот я купил только в марте, и это как раз начало коронавируса. Ну, в смысле, как это называть-то, господи, пандемия коронавируса, карантин, русский язык ко мне. Хорошо, церковь Тамары будет на фоне подсолнуха, разве не красота? Сейчас организую. Церковь Тамара Царицы в Пятихатках. А я сейчас нахожусь в районе Северной Салтовки. Ближе всего ко мне, пожалуй, улица Наталью Живи.
Закружное. Сейчас уже будем регулировать штатив, куда направляется объектив, потому как ручкой на головке штатива это сделать практически. Я как-то с подсумками не заладилось. Крест. Вот он, вот тебе крест. Не помещается подсолнухи и царица Тамара в один кадр. 125 крат, ребятки, девчатки. Это вам не бусоль четырехкратная. Может, фото сделать. Сейчас бедненький будет пытаться понять, что от него хотят, на чем фокусироваться, на подсолнухах в 2 метрах или на царице Тамаре, которая сколько тут? Да километров 10, наверное. 8-10. Где-то так, в пятихатке. И Наталья уже и конечная. О возможностях оптики, наверное, больше не царица Тамара говорит, а предыдущие дуры, где кольца Сатурна видны и спутники Юпитера. И комета. Пропала сегодня комета, так жаль. Ладушки, поеду-ка я по домам выкладывать это все во всемирную сеть. Поселок Жуковский, что меняется ракурс, я теряюсь, что за районы Харькова. Наверное, в поселок Жуковского. Я там, блин, это работа. Да, в окуляре вообще чудесно все видно. Представляешь, я в восторге от современной техники, от возможности приблизить то, что находится в десятках километров от тебя, в миллиарде километров от тебя. Сатурн, кольца которого я сегодня снимал, 1 350 000 000 километров. Будьте любезны, на тебя посмотри на кольца Сатурна. Ужас, до чего техника дошла. Техника достигла таких высот, что уже не всем видно, что это за техника. Ладушки, поехали по домам. 12 июля 2020 год, Харьков.